В общем, смотри, что мне надо. Я вот недавно постригся, да, но кривовато мне здесь все сделали. Вот мне вот сбоку здесь нужно подровнять. Но вот этим ножничками, как они там называются, я не знаю, мне Катя говорила. Филоморные, неважно. Короче, которые волосы реже делают. Вот. Мне волосы реже нужно сделать. А вот тут сзади подровнять, чтобы вот этого хвостика не было. И. Не-не-не-не-не-не! Какую челку? Челку отрежешь, яйца отрежу. Челку на месте оставить, чтобы все было, чтобы вот такие длинные волосы были. Понимаешь, как бы уже много времени прошло, постричься-то нормально надо. Все, челку не трогать, только бороду не трогать. Я помню предыдущий раз, я помню его. Если ты мне бороду побреешь, я тебе газонокосилкой жопу побрею. Поэтому не трогать, не трогать бороду. А вообще вот так буду лучше сидеть, чтобы ты ее даже не тронул. Понял, собака? Я тебе доверяюсь во второй раз. Если ты опять что-то испортишь, судиться будем, как и в первый раз. Но я надеюсь, что ты... Вот, ну молодец, что понял. В общем, ну давай. Просто подровнять хвостик, здесь убрать, вот здесь подстричь, вот здесь, чтобы все было красиво, чтобы я блестел, был мачо на все 150%. Все понял! Все понял! Молодец. Все, я разворачиваюсь, давай, стриги как только можешь, вот, чтоб все хорошо было. Ага, давай. Вот, да, поработай ножничками, ага, поработай. И вот, да, вот там, и вот сзади еще подправь, молодец, да, давай. Чё ты, как вообще парикмахер, как жизнь молодая проживает, а? Нашел себе там невесту или там детей, не? Все так же волосы отрезаешь, все стрижешь, а что ты делаешь? Ты дурак, ты что? А, это лак, ага, хорошо. Лаком, значит, нет. Ну, лаком, да, лаком тоже мне нужно как бы волосы укладывать, да. Это хорош, можно еще гелем, вот этим гелем намазать, чтобы вот вообще волосы прям хорошо так сидели, а. Все? А, можно смотреть, значит? Ну, я прям чувствую, как голова нам легче намного легче стало. Да, ты, наверное, там хорошо так кончик и убрал. Так, ага, хорошо. Вот. Сейчас очки надену, нифига не вижу. Зрение-то подпортилось. Ага. Внимание! Внимание! Предупреждение для тех, кто смотрит меня с родителями или сидит без наушников, или родители где-то рядом находятся. Сейчас у кого-то так сильно пукан будет гореть, то что лучше твоим родителям не слышать, что сейчас будет. Поэтому закройся, пожалуйста, где-то в комнате! А то я как бы за тебя не ручаюсь, из-за того, что твои родители с тобой сделают. Внимание, последний раз! Ёб***насос! Это чё за хуй... Парикмахер! Ты дурак? Оно ещё свежее, это... У меня лоб весь покрасился, в смысле красиво? Где в моих словах подровняй мне кончики? Ты услышал, покрась меня в розовый цвет! Я тебе чё, пипедастр сейчас зу... Ооо, как бомбит-то, я даже не знаю, как люто! Тебе первый раз не хватило, когда мы с тобой судились, да? Когда ты мне бороду отрезал, как мне сейчас вот... Как мне с этим фламинго сейчас на голове ходить? Ты с ума сошел? Могу на лысо? Да я тебе сейчас твою голову на лысо отрублю, и ты больше никого стричь не сможешь! Сейчас... Эдисон, вспомни, как ты йогой занимался, вдох-выдох. Да, проблема в том, что я йогой никогда не занимался, потому что я не знаю, как это вдох-выдох! Я щ... И что ты сейчас предлагаешь вообще мне делать, а? Давай просто сравним. Вот это нормальный Эдуард Эдисон, который записывает ролики. Спасибо. Ага. Приходи еще, кому-то жить дано. Ай, так, нет, в этот раз никакие калаши, в этот раз никакие ножики, в этот раз ничего этого не поможет. Я отправляюсь к бомжаре и буду просить его помощи. У бомжары там 100% есть какие-то новые, прям секретные такие разработки, хорошее оружие. Наверное, девочкам сейчас это все нравится, да, вот это. Но пацаны, вы... Надо собраться, прям всем нам, мне и тебе нужно собраться, прям в одну кучу. Приходите сюда в жизнь ютубера, в город, мы этому...
парикмахеру наваляем по самые гланды. Это, я как, нет, я в голубые войска не вступал, на первый канал на голубой огонек меня не приглашали. Я как, нет, это все хорошо, да, ну, типа... Это, на самом деле, мне еще повезло то, что Мелкий в школе. Вот прикиньте, если бы Мелкий сейчас не был в школе, если бы он ходил где-то здесь со мной, вы просто подумайте бы, что бы он обо мне подумал. Он бы меня в детдом сдал, а не я его в детдом. Бомжара! Привет, сколько лет, сколько зим? Здорово, бомж... Ай... 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 Вы здесь каждый день, да, развлекаетесь? Что у тебя на голове? Понос единорога у меня на голове! Ты не видишь, что у меня на голове? Это ж, бомж... Короче, этого парикмахера, эту шарашкину контору, эту парикмахерскую просто... Я не... Закрыть нужно. Я даже волосы потрогал, у меня даже руки сейчас розовые. Бомжара, я... Единственное, что я у тебя прошу. Дай мне пушку. Вот настолько хорошую, чтобы с одного выстрела полгорода бы разнесла. Ну, как, я город не буду разносить, да? Только магазин вот этого дебила буду разносить. Иди в подвал и бери, что хочешь, делай с парикмахером, что хочешь. А, спасибо большое. Бомжар, если что, я еще приду. Какой хороший друг. Если я ему говорю то, что кому-то нужно вставить, он говорит, иди бери пушку и вставляй. Так, где подвал? Подвал где-то вот здесь был, я помню. Даже не подвал, а секретный бункер. На случай там какой-то войны, да, чтобы мэр сюда сбежал. Здорово, я от бомжары, мэр меня сюда отправил, пропустите, вы видите, что у меня на голове? Да, даже не спрашивайте. Вот у вас на голове просто лысая поляна, а у меня на голове, я даже не знаю, как... я не знаю, честно, как будто радуга обосралась. Вот в принципе, вот что у меня сейчас на голове. Не спрашивайте, мужики, я не знаю, как меня вообще жизнь в это русло завела, не спрашивайте. Опа, вот это я понимаю подвал! Вот это я понимаю подвал! Я бы жил бы здесь! Вот реально жил бы здесь! Так, какую бы мне пушку взять? Ну это нет, автомат тоже нет, АК тоже нет, пистолеты нет. Люблю револьвер, но нет. Снайперская винтовка, такая снайперская винтовка. Здесь у вас что-то есть? Я надеюсь, что бомжара все же сюда что-то... Ай, парикмахер! Ай, какую же ты фигню сотворил, парикмахер! Просто, ну, весь роз. Это еще хорошо, на самом деле, то, что Кати дома нет. Вот придет Катя! Походу, меня сегодня девушка бросит. Вот у меня прям, знаешь, вот такое ощущение, то, что меня реально сегодня девушка бросит. Лоб-то зачем мне нужно было красить лоб? Я понимаю волосы, но лоб-то зачем? Парикмахер! Дружище мой, с самого детства, как мы с тобой давно не виделись, как я давно к тебе в гости не заходил, не просил стричься, вот с того момента, как ты мне сбрил все усы, помнишь? Так, спрятаться бы лучше здесь за скамейкой. Так, мелкий еще не скоро со школы придет, поэтому... Терминатор! Юбки розовый просто! Дверь открыл! Где ты? Ты где? Здесь стоишь, значит, да? До свидания! Эта пушка тебя не берет, конечно, такого гомункула, как ты, вы вообще никак... Сейчас я приду, подожди, сейчас, да, минутку, да, тем более здесь у меня уже патроны почти кончились. Что я творю? Я заявление напишу. Куда ты заявление? Куда, на что ты заявление напишешь? На кого ты заявление? Если бы была такая служба, куда можно писать заявление на тех, кто тебе жизнь испортил, я бы туда написал. Сейчас, подожди, я приду. Бомжара! Бомжара! Пушка не помогла. Не помогла пушка такая сильная, но как бы она здоровая, мощная, но не помогла. Есть вещь посерьезнее. РПГ? Гранатомет? Танк? На крыше вертолет. Опа, пошли быстро. Слушай, а когда вам вообще вертолет-то завезли? Я что-то не помню, чтобы вертолеты привозили сюда. Мы с мэром на крышу пошли.
Пошли, мэр, так, не сюда, вот дверь открыта. Давай, 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 бомжара, быстро, нужно помочь. Он меня мужского достоинства лишил, я его сейчас, я даже не знаю, чего им лишить. Ты понимаешь, что в прошлый раз я с ним судился. Я у него отсудил 2 стака золотых монет, и потом только за того, то, что, ну, как бы посчитал его хорошим человеком, то у меня, типа, доброе сердце, и вот эта вся лабулыга непонятная, лучше бы я его не жалел. Я-то подумал, вот этот парикмахер хороший. А-а-а, подожди, как эту фигню управлять? А, где собака сутулая? Парикмахер! Подожди! Не-не-не, тихонечко, этой фигней как-то слишком сложно управлять. Сейчас бы... Стреляй, короче, куда только можешь! Стреляй! Я ничего не вижу, бомжара! В смысле, что происходит? Я тебе сейчас в одно место вертолетом залечу! Ни в жизни больше его оттуда не вытащишь! Да бомжар, это неудобно, это фиготняк, да как ей вообще управлять-то? Да в сраку не по... Бомжара, вылезай отсюда, сейчас взорвется к чертовой бабушке. Сломала мне все. Слушай, у меня есть идея. Бомжара, следи за ним, чтобы он отсюда не выбежал, держи пистолет, следи, чтобы он отсюда не выбежал. Сейчас у меня дома баллончик был. Я его купил для того, чтобы себе стены дома покрасить. А баллончик как раз-таки розовый. Так, вот здесь, здорово, перчик. Если что, это я, хозяин твой. Я понимаю то, что ты меня не узнаешь. Сейчас баллончик-то розовый. Бомжара, внутрь заходи! Внутрь зашел, я сказал! Быстро сел на кресло! Быстро на кресло сел! Бомжара, если он на кресло садится, не будет в голову ему сразу стрелять. На кресло быстро сел! Глаза закрыл! Я тебя отпущу сейчас! Глаза закрыл! Так, вот так сейчас будет красивесенько. Опа, опа. Вот так. Ну вот просто 2 сапога пара. Вот. Давай, бомжара, иди работать. Спасибо большое, что помог. Вот два... Посмотри на себя в зеркало. Посмотри. Красавчик. Ну, красавчик. Вот смотри, что ты сделал. Это что я сделал? Это посмотри, что ты со мной сделал. Мы с тобой сейчас в голубой лагуне купаться будем вместе. Вот смотри, просто братья по несчастью. Что я, что ты. Вот еще... Мерча тебе моего не хватает, вот мерч надень, вот просто вылитый я будешь, вот просто розовый везде, где только... Надень мерч надень. Нет, не будешь его надевать, вот смотри, вот как красиво, да, у нас получилось, просто в один момент мы с тобой стиль сменили. Подожди, это еще тоже не все, сейчас. Ага. Что, черная, просто чернющая полоса, вот черная. Я в этой серии хотел пойти Костю найти. Мне школьник звонил, что Костю, я хотел в другой город поехать, чтобы школьника вот этот ролик записать. А, ну, сейчас у меня другая идея есть. Рикардо! Здравствуй, дорогой! Спустись вниз. Рикардо, я тебя жду здесь. Ля, какой красавец, да даже не гори, я сам... Удивляюсь просто. Вот просто, как я хорошо сейчас сочетаюсь с этими стенами, да, вот как, ага. Ой, Рикардо, вы только на меня посмотрите. Вот, наверное, сейчас я тебе еще, да, больше нравлюсь. Вот, просто посмотри, я еще могу, конечно, себя курточку снять вообще просто. Ля, какой красивый. Ну, Рикардо, это не как бы, ты не надо со мной. Не хочешь на свидание? Дурак. Зато я знаю, кто хочет. У меня друг есть, лучший. Парикмахер его зовут. Ну, прям, так его и зовут. Я, короче, с ним только что разговаривал. Он, знаешь, я ему про тебя рассказал. Он как бы не против с тобой на свиданку пойти, вот, понимаешь? Мне кажется, что ты тоже за. Вот он хоть... Иди за мной. Он точно не будет против вступить в ваш клуб для курения. Будешь, ну, в смысле, не для курения, а от курения. У меня такого красавчика, как ты, не было давно. И не будет. Губу закатай, ну я реально красавчик просто. Если бы у меня еще лоб розовый не был, было бы вообще просто шикарно. Да хватит мне комплименты делать! Иди за мной. Здесь есть другой мужик, у него борода в 3 раза больше, чем у меня. Он потлатый, короче, лет 40 ему. Привет. Заходи, Рикардо. В общем, это он был не против. Парикмахер, я рассказал Рикардо то, что ты не будешь против. Рикардо, он сразу готов, развлекайтесь. Он сразу здесь готов. Так, чем... Как бы... Подожди. Опа, ага. Ага, вот так вот. Здесь мы закроем. Вот так, чтобы никто отсюда не смог выбежать. Сейчас мы все стены замуруем. Вот, одно сюда. Ага.
Опа, это одно сюда и одно сюда. Так, отсюда сейчас никто не выбежит. И сейчас, чтобы просто посмотреть, что там у них интересного происходит. Опа, 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 опа. Вы где? А-а-а! Да не бегай! Да не бегай, парикмахер! Да не бегай! Рикардо, догоняй его, Рикардо! Рикардо, догоняй его! Ладно, пацаны, вы там давайте развлекайтесь, если что, вот вам еще один баллончик с краской, красьте себе там, в принципе, все, что только хотите. Давай, давай, массаж ему там делай, Рикардо, все, что только можно. Бомжарю еще нужно позвонить, чтобы он забрал этот свой вертолет. Ну, я даже не знаю, что сказать. Ну реально не знаю, ну слов просто нет. Лайк хоть поставь! Ну и на канал хоть подпишись, чтобы меня поддержать. Эта серия, этот ролик вообще пошел ни по плану, ни по какому на этой планете. Вот такого говна, в смысле, единорожского говна я у себя на голове точно ожидать не мог. У меня скоро день рождения будет, вот, ну совсем скоро. Я бы очень сильно хотел до своего дня рождения набрать 4 миллиона подписчиков. А нам еще осталось 150 тысяч. Если ты прямо сейчас подпишешься, ну в первую очередь ты меня сможешь поддержать. И чтобы я отвлекся от этого, вот этого всего. Ну и сделаешь мне подарок на день рождения. Я пойду придумаю, как еще можно отомстить парикмахеру. Скажу тебе огромное спасибо за просмотр. Никогда не красьтесь в розовый цвет. Ну, по крайней мере, парни. А тем более с бородой. Мне кажется, вы просто как-то нелепо выглядеть будете. Ну, примерно так, как я сейчас. Спасибо, всем пока, до свидания, в жопу. Жизнь нету и все остальное. Где мой флаг? Где мой флажок?